Вам отказали в медицинской помощи или требуют деньги за бесплатные препараты? Обратитесь к правоохранителям. Каждый имеет право на получение бесплатной медицинской помощи, так указано в законодательстве. Если ее не предоставили, вы вправе подать заявление в прокуратуру при личном посещении, через ящик обращений или по электронной почте. Проверка проходит в течение 30 дней, в сложных случаях 2 месяца. Мы проводим проверку, по итогам которой выявляются какие-то нарушения законодательства и принимаются определенные меры прокурорского реагирования, такая как представление, в которой, соответственно, все эти нарушения указаны. Она рассматривается вместе с участием, ну, с участием прокуратуры, и по итогам рассмотрения принимаются определенные меры. Сегодня медицинские организации обязаны информировать население о том, как получить бесплатную помощь. Условия ее предоставления размещают на информационных стендах и официальных сайтах учреждений.